принципе, хорошая сейчас проверка испытаний сделает, да, кто дольше. Сергей, давай какой-нибудь подарки придумаем. Парням посольщику, может, телефон за лучшее зависание, за лучшее действие. Можно, в принципе, да. Почему нет? Кто рискнет? Что подарок делает? По 100 рублей на телефон положим? Можно по 100 рублей на телефон. Можно по 1000. Начали с мороженого. А дальше, а дальше уже надо, как говорится, это. Собственно, телефон нужно. Ну, результат никакой, закреплять. Никакой, никакой, да? Давайте первое сделаем. Вот это зависание между столбов. Ширины рук у всех хватит. Кто повиснет хотя бы вот на уголке, либо там ноги к себе подвернут. Что дольше? У нас два турника, два человека первый могут. Не, просто в уголке сейчас. Я думал, ты песок принес, Артем, в пакет. Подарок только за это действие, за все в купе.